Хабаровске-Камчатском плюс 9, ожидается дождь. В Хабаровске дожди, температура плюс 18. В Красноярске плюс 23, дождь с грозой. В Новосибирске небольшие осадки, температура плюс 22. В Омске 17 градусов выше 0, переменная облачность. В Уфе ожидаются дожди и 21 градус тепла. В Екатеринбурге плюс 19, осадки. В Нижнем Новгороде дождь, температура плюс 18. В Самаре до 25 градусов тепла, пройдут дожди. В Воронеже плюс 23, кратковременные осадки. В Ростове-на-Дону дожди, плюс 25. В регионе Кавказские минеральные воды плюс 23, осадки. В Сочи 22 градуса тепла, ожидается дождь. В Ялте плюс 24, пройдут дожди. В Мурманске дождь, температура плюс 5. В Калининграде плюс 19, возможны осадки. В Санкт-Петербурге дожди, температура плюс 11. В Москве плюс 17. Ожидаются небольшие дожди.